Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим шоколадный кекс. Рецепт совсем простой. Это из серии «Все смешал и в духовку». И в итоге у нас получается очень вкусная и простая выпечка к чаю. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты. Это молоко, 3 яйца, какао, сахар, мука, разрыхлитель, растительное масло, щепотка соли и экстракт ванили. Замешаем тесто. Все ингредиенты я буду смешивать обычным венчиком. Можно все приготовить без миксера. Но если же вы хотите перемешать миксером, то, конечно, делайте как вам удобнее. Духовку можно сразу поставить разогреваться на 180 градусов. В миске смешиваем 3 яйца, 180 грамм сахара, это примерно 1 стакан, и 1/2 чайной ложечки соли. И перемешиваем. Добавляем 2 чайные ложечки экстракта ванили. Это все по вкусу. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона, апельсина. И добавляю 100 мл растительного масла без запаха. Немного перемешаю. И добавлю молоко. Молоко я поставила буквально на 30 секунд в микроволновую печь, чтобы оно стало слегка теплым. И в другой емкости смешаем 250 грамм муки. К муке добавим 10 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложки. Если вы пользуетесь содой, то добавьте 1 чайную ложку, гашеную уксусом. И 45 грамм какао. Какао обязательно нужно брать темный, не сладкий. И все хорошо перемешаем. И теперь постепенно будем добавлять рассыпчатые ингредиенты в жидкие ингредиенты. Желательно все просеивать, чтобы не получилось никаких комочков. После того, как мы все перемешали, смотрим на консистенцию. И если нужно, добавляем еще примерно 30-50 грамм муки. Я добавлю буквально еще 2 столовые ложки муки. Вот такая консистенция должна получиться у теста. Тесто получается примерно как густая сметана. Оно стекает ленточкой с венчика. Подготавливаем форму. У меня форма диаметром. Внизу она у меня 20 сантиметров диаметром, и кверху она у меня поднимается до 24 сантиметров диаметром. Форму я смажу кусочком сливочного масла. И переливаем тесто в форму. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Через 30 минут приготовления можно открыть и проверить. Шоколадный кекс у меня запекался ровно 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем нашему кексу полностью остыть и затем извлекаем его из формы. Друзья, вы только посмотрите, какой красивый кекс у нас получился. Я даже ничем не буду его украшать. Просто положила несколько листиков мяты. Вы же можете его украсить шоколадной глазурью, присыпать орешками, фруктами или просто сахарной пудрой. Давайте же поскорее отрежем кусочек и посмотрим, какой кекс у нас получился внутри. Сейчас я попробую кусочек. Это какое-то шоколадное наслаждение. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита. Если рецепт и видео вам понравились, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии.
Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория. Пока-пока!